чешских здесь около мяча. Ну и капитан, конечно, пробьет, посмотрим. И забивает. О том, что каждый вторник в эфире вечера на телеканале «Ясное ТВ», в эфире спецпроект «Ясное в футболе» и под этим... Это показало Борисове. Лишнего Подолинский, и это получается у дороги. Левашка 6-0. Вряд ли это было что-то повлияло, тем не менее забивать всегда приятно, но все-таки Мишка это делает. Тренер по вратарям пожал мне руку, у меня были длинные ногти. Он сказал, если я в следующий раз приду, мне сразу так и сломает. Ну, а там она раз ошиблась, второй раз. Я говорю, Настя, в чем дело? Она говорит, не нравится, играйте сами, ушла. Не было такого, что, а, девочка, мы с тобой не будем играть. Все знали, как я играю, все меня боялись. Еще этот вид спорта как бы любительский. И он держится на энтузиазме. Валерий Николаевич, температура, тоже сегодня с утра звонил, давал там наставления небольшие, как и что. И, в принципе, я думаю, что мы не подвели и сыграли достаточно уверенно. Для меня сегодня поражение не имело места быть никак. Я бы не ушел с площадки ни при каком условии.